Мариупольское чудо. Пожар в частном доме уничтожил все, кроме икон. Причем реликвии уцелели в разных комнатах. Обошлось без жертв. Хозяйки во время ЧП не было дома. О пожаре ей сообщил сосед. Справиться с огнем самостоятельно пенсионерка не смогла. Вызвала бригаду МЧС. Те пока не могут назвать точную причину возгорания. Очевидцы же склоняются к версии: подвела старая электропроводка.